Сьогодні ще такий прекрасний день, день моржа. І сьогодні потрібно вже звикати до холода, все ж таки входити в цей темпоритм зими і якось адаптуватися. І от сьогодні ми хотіли б детальніше поговорити саме про цей напрям моржування, навіть білих ведмедів, ну їх по-різному називають. І сьогодні нам цьому допоможе наш ранковий гість. Проте, перед тим, як його представити вам та показати, ми б хотіли показати саме ось ці моржувальні процедури, щоб ви краще з ними ознайомилися. Всех с праздником, всем хорошего настроения. Прямая трансляция из недр Лапландии. Давай обнимемся. Я люблю. Люблю молодых девушек. Знаєте, якщо все ось так відбувається з нами моржування, якщо це така традиція, коли ти приходиш, а там дискотека, тоді з завтрашнього дня я також йду в ополонку. Ну, а я хочу вже представити нашого ранкового гостя, Вадим Залевський, актор і справжній морж. Доброго ранку. Да, здравствуйте. Я так ждав того моменту, коли я почну чим-то ділитися. А у мене маленький вопрос, куди мені краще смотреть? А, на нас. Смотреть на вас. Нас. Я буду... Ладно тоді, ребята, як зазвичай, коли приходять хлопці, я погнав, я пішов собі додому, поки що поспілкуйтеся. Не, просто ви на відео бачили, що багато бабушек в прорубі часто. І щоб люди... Я вже бабуся, да? Не, просто щоб... А, ну тоді нормально, все. Тоді... Мой адрес не подумали, нічого плохого я буду. Вот. Ну що говорить, мене заставили. Ага, серйозно? Життя чи як? Я как бы, в общем, жил. Что-то происходило, там просыпался, ел гречиху. В общем, давайте серьезно. Я вот постоянно прикалываюсь, но я постоянно говорю себе, все, надо серьезно, жители планеты Земля смотрят, кто-то реально поверит какой-то шутке. Что нужно рассказывать? От, про моржевание? Как начиналось? Да, моржевание. Короче, расскажу серьезно, а потом, может быть, нет. У меня были проблемы. Ну, то, что я был там толстый, какие-то были комплексы, это само собой, у каждого это происходит, это нормально. У меня были травмы очень сильные, я как-то попал в передрягу, не буду рассказывать подробности, около года лежал, переоценка ценностей, все по-новому, крестился, молился в церковь за насилие и прочее. Ну, врачи, понятное дело, что... Таблетки, выпейте, вот вам капельницы, транквилизаторы. Ну и я как бы, как нормальный законопослушный гражданин, принимал это все, вот. А потом как-то вот я восстановился и что-то начал там писать стихи, там что-то начало происходить у меня внутри меняться. И я такой, оп, на крещение там все пошли, и я пойду скупнусь. И раз как-то бац, нырнул, и вместо того, чтобы пойти на берег, меня так немножко раскозявило на эмоциях, я пошел вглубь. Но это был вот как раз толчок тому, что я начал быть ближе к природе. Холодная вода, голодание, как там говорят, холод и голод. Да? Mm-hmm. Почему у людей проблемы? Ну, у них по жизни проблемы, но много тепла, много еды. Вот, из-за этого вот это все на диванах, пухлые пирожки сидят на диванах, вот вся там каждые 3 метра открывается аптека, понятное дело, что докторам невыгодно говорить, там, закаляйтесь, там, Иванов рекомендовал, там, голодайте, думайте позитивно, нет, конечно, жрите транквилизаторы, и все, и как-то я начал делиться просто, то есть я не говорил, что давай, иди, надо, я, вот у меня так произошло, к примеру, да, мама плавает, папа, брат и жена, друзья. Года 3 назад я написал девочке в Фейсбуке, она купалась в разноцветных купальниках. Я говорю, может быть, скупнемся вместе. Вот. И мы с ней там, я в Деда Мороза переоделся, она в Снегурочку, мы сняли видос. Второе, третье, а потом пятое видео, там, где я в зеленом пиджаке, плюшевые цветы под песню Стаса Костюшкина, там «Женщина, я не танцую». Mm-hmm. Вот. И три девы, минус 20, три девы в купальниках, я с цветами плюшевыми. Вот, минус... Заходим, и россияне увидели, начали хейтить, типа, вот, хохлы на крещение, что творят вообще, блин, вместо там помолиться, в трусах ныряют. И у нас там 8 или 10 лямов просмотров в «Одноклассниках», вы еще не помните, вы, наверное, знаете.
Вот. И это, и все. И люди начали писать. А что у вас происходит? А вы кто такие? И я просто срисовал это состояние людям, что не хватает. Позитива, общения. Я говорю, хотите, приходите. Приходите. И мы вот утро, колоночка, там, парики. Вот я у вас, кстати, там в студии украл парик сегодня. Я бачу, бачу. Ви збережи його, бо скоро буде хрещ, не буде. Береже того, Бог береже. Я дякую. Якщо ти забереш, я дякую, тому що я постійно в ньому. Ні, це твій парик. По вечорам ходите, да? Так, по вечорам. Я заходжу в метро в ньому і кажу, я такий. А сприймайте мене. Нормально. Це після вакцинації. Що змінилося після того, як почав пригати в прорубь? Да все, я встретил любовь, шутка. Ну что? Что изменилось? Ну, могу сказать одно, что вот когда плаваешь зимой, короче, я не говорю, что это типа надо делать. Но фишка в том, что мы все сидим в хатах, кибитки вот эти, соседи, непонятная энергия, работа, дом, работа, нас плющит, и должно быть что-то, что поднимает наш ресурс. Это природа. А что такое природа? Вода. Вы состоите из воды, ты ныряешь, она смывает с тебя весь негатив. А ты выходишь, вот реально, ты в хреновом настроении, она тебе отказала, ты вышел, жить не хочешь, бац, пошел, нырнул. Вот клянусь, выходишь из воды, и просто другое состояние. У тебя вот как заново родился. А сколько лет ты уже этим занимаешься? Лет 15 где-то. Ну, у меня нету такого, что я прям стабильно, вот надо. Ну, конечно, желательно делать часто. Ну, как часто, там, раз в неделю. Ага. Потому что некоторые говорят, я там купаюсь раз в год, например, там, на крещение. На крещение, да. Да, жру там беляши, пью коньяк, ну, на водохрещение, там, ву. Або пригадав на водохрещення і зразу вийшов, де ці 50 грамів, щоб зігріти. Да, це все, коротше, неправильно. А ось я знаю, що, наприклад, люди, які займаються цим постійно, то вони влітку, як ти кажеш, раз на тиждень цим займаються, але влітку вода однієї температури, взимку іншої. Це процес підготовки чи, ну, взагалі, це дуже різниця потім в зимовий період заплив? Ти маєш в виду, що робити літом, або як зимою? Те, що кожного року, наприклад, раз на тиждень цим займаються, і влітку, восени, да. Але це ж різна температура води. Тут не відбувається. Ну, літом їдеш к морю, кайфуєш. Зимою йдеш на берег Десенки, кайфуєш. Ну, на самом деле, здесь все зависит от отношений, реально. Вот. Зимой, летом можно найти какие-то источники, родники, там, да, или в морозилке там нашкрябал льда. Там, это. В общем, а как вообще нырнуть? Ну, я, допустим, там просто пошел, нырнул и все. А подготовиться как-то до этого? Ну, опять же, тут, как бы, ну, если человек хочет, пускай готовится. Да, пускай там потихонечку. Ну, сколько я кого знаю, мы просто вот так шли, ныряли и все. Ну, как шли, ныряли? То есть ты должен понимать, что у тебя все ок. То есть ты чувствуешь себя хорошо, просто все зависит от отношения, как ты себя настроишь, так и будет. Вот ты сказал себе, все классно, разогрелся, нырнул, перекрестился, вышел, подумал о хорошем, пожелал людям добра, все, вот так начинай свой день. Угу. Я, кстати, сейчас очень там ищу разные локации под жилье, связанные с природой, там где домик. С утра, чтобы выходить. Вот я, кстати, к вам шел, я мысленно ехал и думал, блин, прикольно, реально, с утра просыпаешься, ведро воды, фух, вылил, там штатив поставил, снял видосик, загрузил. Вот оно так и работает, потому что вот в X-парке у нас каждое воскресенье, кстати, в экстрим-парке каждое воскресенье клуб моржей собираются бабушки, дети, там бизнесмены, обычные какие-то консьержи. Такой культурной программой? Да. И все фануют, там пьют чаек, общаются, там парятся. Банька для нудистов, если там. Банька там для одетых, банька для темной есть банька. То есть вот бани, они находятся рядом. И люди приходят вот раз в неделю, фануют, общаются, закаляются и радуются жизни. Поэтому присоединяйтесь, друзья, Экстрим Парк, воскресенье, 11 утра. Вот. А це правда, що перед тим, як почати занурюватися, краще декілька днів так холодною водою, як ти казав, а потім вже йти ныряти? Чи все ж таки можна зібрався, да й пішов? Да, чесно говоря, просто нужно не пить алкоголь. Не курить, не быть идиотом, это очень важно. Так это прям с детства же. Нет, реально. Ну, думать надо, как это, все, что вокруг нас отражает нас самих. У людей, особенно вот что такое социум, да, это же мы дивергенты, грубо говоря, постоянно плаваем против системы. Система нам говорит, делай так, как должно.
в школі нам говорять, мама, я хочу грати на скрипці. Я сказав, оце там піди в Охвіст там роботи, на завод куди-то фарфоровий. Точно так же і здесь. Починаєш закалятися, починаєш радуватися житті, в інсту постиш там або в Фейсбук, і знаходиться грядка людей, які... А чому вони негативують? Тому що в житті ні хрена не сложилось. День починається плохо, у метро в пуховику. И вот это вот все такое, а тут ты на позитиве, в прорыве с бабушками, еще о чем-то говоришь, там, давайте, и все хорошо, какое хорошо, лавэня платят, жопа в государстве, извините, что я так выражаюсь. Я знаю, что так нельзя говорить, но это правда. Поэтому я призываю, друзья, радуйтесь жизни, несмотря на самые плохие обстоятельства, будьте такими красивыми, как Алина. Ой, це дуже приємно. Приємно, що ти Аліна. А, блін. Він нарешті відірвався, бо його називала при першій зустрічі Олег Олексій. Олег при першій зустрічі. Приємно було познайомитися. Ангеліна, все нормально. У мене мама Аліна. Не переживай. Ось тут такий, знаєш, момент про те, що оцей момент у мене знову. Але, коли, наприклад, людина налаштовується, це зараз про себе кажу, вже не перший рік собі кажу, на водохреща піду і скупнусь, а потім бах, і захворіла. І думаю, ну як я піду, те, що я хворію, ну, воно ж якби може стати гірше. На твоєму досвіді люди приходили, ну, навіть якщо десь там кашляли, і воно потім рукою знімали, чи все ж таки поберегтися? Могу сказати про себе. Опять же, я дуже сильно придерживаюсь... Власного досвіду, можливо, так. Я дуже сильно придерживаюсь нейтралітету. Имеется в виду, що я ні в коєму случаї не говорю, там, вот, як должно бути. Я могу говорить за себя, потому что скажешь, там, эй, там, у кого температура, давайте, в прорубь резко. Ну, не всем это может пойти. Я знаю, что у меня был вечер, когда я что-то там подпростыл, то ли я долго плавал, там, мало энергии. Ну, так бывает, да, когда у тебя мало энергии, плюс ты еще там покупался. Вот, я прям чувствовал себя не очень, кашлял целый вечер. Это был возле X-парка, опять же, у нас такое небольшое было тусе, домик, такой причальчик, гитарка, камин, мы так классно фановали, я в этом халате кашлял постоянно. И тут резко пошел снежок, такой классный вечер, фонари светят, и все пошли купаться. И речка такая кажет, эй, да, эй, пухлый, посмотри, какой чудесный вечер. Я такой, блин, кашлял, и мне так захотелось прям окунуться. Вот реально, я просто знал, что все будет ок, мне вот захотелось. Угу. А, конечно, если есть какое-то сомнение, делать, не делать, или если я сделаю, будет что-то не то, лучше, конечно же, не делать. Я скупнулся, и через минут 40 я прозрел. Реально, я понимаю, что я не знаю, как это работает, но как-то работает. Я перестал кашлять, вот, и прошло все. Вот у меня так было. А що робити після занурення? Можливо, якісь поради з чаєм, можливо, не знаю, там процес зігрівання, якийсь у тебе є особливо. Що робити після, щоб, знаєш, і не замерзнути, і зігрітися, і на роботу в гарному настрої піти? Ну так, да, ныряєш, виходиш, одягаєшся. А можливо, якісь є тебе, знаєш, там хтось каже чай, або якісь там на травах, або це все не обов'язково. Якщо є чай якийсь, ну класно, нету. Ну, единственное, что главное не перемерзать. Ну, то есть имеется в виду, что там некоторые там легко одеваются или на крещение дамы там в каких-то тонких труселях, они же в них же плавают, на них же надевают штаны, грубо говоря, ходят там, перемерзают. Тепло одеться, сохранять тепло. То есть фишка в том, чтобы там поотжимался, сохранил тепло, нырнул, подумал о хорошем, оделся, пошел спасать галактику, и все будет ок. Ну, это формула идеальная просто. И, ну, как бы, не знаю, да. Мені здається, що ми тепер будемо з тобою вже морально готові, а наші телеглядачі знають, що зарядитися позитивом можна ще таким способом. Як мінімум можна пригнути воду і піти спасати галактику, так сказати, що я зоряний лицар і я тепер на варті галактики. Дякуємо усім за перегляд цього корисного відео. Сподіваємося, що й надалі будемо вас дивувати. А ви будьте нашими друзями і нічого не пропускайте. Але для цього вам потрібно просто поставити вподобаєчку, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропускати всю корисну інформацію, яку ми для вас готуємо.